ви вважаєте, що це президент робить? Тобто у Омеляна вже день про те, що є між БПП і Народним фронтом уже конфлікт. Я не знаю, что заявляет Омелян. Я знаю, что первым заместителем главы НАБУ является Гизуглав, уезжающий с Саратова, Михаил Савишкин, который старательно маскирует свои отношения с ним. Но мы понимаем, что детективы, которые непосредственно два года попали в Евгения Гизуглава, подчиняются им. Михаил Савишкин рассчитывал в середине октября поднять народное восстание и свергнуть действующую власть в Украине неконституционно. Это не получилось. И в первую очередь получилось благодаря Сынову, который своими разумными и решительными действиями не позволил это сделать. Поэтому это просто месть. Мы знаем, что активизация дела Рюкзакова Вакова, которая два года валялась на ту, произошло непосредственно в сентябре месяце после возвращения Михаила Савельевича. Сегодня вы видели результаты голосования блока Петра Порошенко по вопросу об отставке Вакова. Какие-то результаты вы помните? Всего несколько депутатов будут из этого проголосовать, поэтому дальше это не зачем даже. Как считаете, чем закончится этот процесс? Он закончится справедливым решением суда. А вот это видео, которое появилось в сети, как вы думаете, оно настоящее или это подделка? Значит, видеозаписи, которые могут использоваться в судебном процессе в соответствии с решением Конституционного суда, должны быть законными, то есть не должны быть получены в рамках криминального производства в соответствии с решением суда, законным обоснованным. Набор судей не смогло разъяснить, откуда взялась эта запись, кем она представлена. И кроме того, по таким записям должна быть экспертиза, которая подтвердит, что именно этот человек, это именно его голос и так далее. Набор судей не предоставил. Соответственно, мы подозреваем, что в суде, по сути, это будет признано недействительным доказательством. Я еще также хочу сказать, что я лично содействовал созданию национального конституционного бюро. И никто из министров не сделал больше, чем Арсен Аваков, для того, чтобы господин Сытник и Набор создал конституционный орган. Мы рассчитываем, что он будет относиться ко всем равным отношениям и действовать по закону. И обвинения должны быть по принципу вне всяких сомнений. Это означает, что только тот обвиняется, кто вину может доказать в суде. Сейчас мы просто видим, что это ведомство занимается пиар-деятельностью. Из 500 или 600 сотрудников на МУК, только пиар-отдел около 20 человек. Пан Антон, а вы знаете детали справы Деминского? Что сделали? По Деминскому продолжает скрываться за границей. Мы знаем, что тот человек, который был выдан за якобы водителя Мерседеса, это не тот человек, который был за рулем. Поэтому с него сняты обвинения по этому вопросу, он уже выпущен из-под стражи. И ему будет идеальное обвинение по тому, что он содействовал сокрытию преступления. Это тоже умышленное преступление. Деминский находится за границей уже более 2 месяца. Я думаю, что ответ, почему он там находится, очевиден. Но полиции нет никаких политических исследований. Мы хотим наказать, что патруль, кто был за рулем, и кто привел к гибели Натальи Трилы, 31-летней Левиафки. Поэтому дальше были изъяты в доме Деминского, его на работе, образцы ДНК. Всего предметов личной гигиены. Они сравниваются с остатками ДНК, которые были на подушке взорвавшейся в Мерседесе. И, соответственно, дальше сдаются вопрос детали следствия. Мы настоятельно предлагаем господину Деминскому вернуться в Украину, прийти к следователю, дать показания. Ну иначе просто он сам каждым днем нахождения за границей показывает, кто был за рулем. А результаты экспертизы еще пока еще не готовы, а уже вы говорите, что это не та людина, яка была... Дело в том, что у нас есть доказательства того, что охранник Деминского приехал на место трагедии позже на полчаса, уже установлено. Его попросили сесть за руку, попросили заявить, что это было. А доказ... Потом, насколько это порядочно или непорядочно, присудят телезрители. А доказы вы можете давать? Вы можете сказать, какие читатели будут? Будет исключено в суде, но думаю, что очевидно, что есть показания тех людей, которые видели его должен в данной ситуации. И он не был за рулем Мерседеса, который был в гибели. Дякую. Да, еще какие-то